Как всем известно, подготовка к любому фестивалю для косплеера – дело непростое. Thank you.
Это же так здорово!
Я тоже хочу быть участником. Вот хорошо, на фестивале не шьют, не крафтят, просто берут и руководят. Эй, хватит просто стоять! Нам же надо сцену подготовить, проверить свет, звук, волонтеров, марш работать! Да, капитан! Вот и закончился фестиваль. Мы выживали как могли. Столько трудов, столько сил, столько времени. Даже на сон толком времени не было. Сшить, скрафтить, нарисовать, придумать. Организовать, проконтролировать, решить все проблемы. Где взять новые силы? Эй, я тут такую анимушку посмотрела. Гляди, какие персы. Зацени костюмы. Господи, это прекрасно. Какие костюмы? Гала, срочно в магазин за тканью. Эй, бро, я тут такую тему на следующий фест придумала. Гляди. Это же супер круто. Так, собирай всех. Надо обязательно это сделать. Да! Несмотря на все сложности, несмотря на потраченное время и силы, нас связывает то, что мы получаем удовольствие, заряд вдохновения и энергии. Каждый человек, который вкладывает частичку себя в этот фестиваль, будь то участник, организатор, зритель, волонтер, охранник, является частью нашей большой семьи. Немного сумасшедшей, но очень дружной.